известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех телезрителей нашего канала NEFS TV. В эфире новая передача 31-я, которая называется «Ангелы и демоны», и я ее ведущий Всеслав Соло. В нашей студии сегодня будет задавать вопросы мой соученик Рати Татарис. А я, насколько я обладаю информацией, постараюсь искренне и полномасштабно отвечать на эти вопросы. Итак, послушаем первый вопрос Рати. Здравствуйте, Всеслав Маркович. Многие из людей Земли слышали об ангелах, о понятии ангел, но мало кто видел их. Вы могли бы рассказать, кто такие ангелы? С точки зрения земных представлений, с точки зрения земных наук или божественных повествований, ангелы – это что-то сверхъестественное, какие-то сверхъестественные существа, которые якобы имеют крылья, и даже шестикрылые есть, и так далее, и тому подобное. Я же вам скажу, что ангелы, конечно же, это существа, но не сверхъестественные, а божественные существа. Это воины Бога. Воины Бога. Как они выглядят? Они могут выглядеть совершенно по-разному. Для Земли они могли быть и с крыльями, и без крыльев, и в разных обличиях. А, в общем-то, это сущность. Сущности, которые, по большому счету, бесполые. Бесполые сущности. Но это не значит, что они не могли принимать состояние какого-то пола. То есть ангелы могут принимать состояние как мужчины, так и женщины. Это оно, да, состояние оно, сущность. И обличия действительно совершенно разные могли быть. То есть и с крыльями, и без крыльев, и ангелы могли быть и больших размеров, и маленьких размеров, потому что это энергетические сущности. И как они выглядят в реальности, когда они предстают перед Богом, да, представляясь перед Богом, этого, конечно, здесь на Земле никто не ведает и не знает. Да, я думаю, и не столь это уж так и важно, потому что это совершенно иные проспекты и отношений, и формирований, и энергетических основ, я бы сказал так. Так вот, люди издревле считают ангелов божественной силой, да, проявлением божественной силы, а точнее проявлением божественной воли. Ну так, по крайней мере, пишут словари, объясняющие это состояние. Но я вам скажу, что ангелы – это не только проявление божественной воли, а это, прежде всего, как я уже упомянул, воины Бога. Воины Бога. И есть такое понятие, как падшие ангелы. Среди них самый главный падший ангел – это Люцифер, так называемый, иначе он назывался светоносный, да, то есть самая близкая сущность, которая возле Бога была. Так вот, получается, что ангелы есть и как бы негативные, да, и есть ангелы позитивные. На самом деле такого не существует. И те, и другие суть все равно воины Бога. И просто есть заблудшие, да, не падшие, я бы сказал, это вот падшие, ну, с точки зрения на землю падшие, да, на землю приземлившиеся, которые стали жить земными женщинами там и так далее. И им это понравилось. Но, вы знаете, дело в том, что у ангелов, да, которые были созданы Богом, не было возможности жить в образе человека. Не было такой возможности. И поэтому, естественно, вкусивши природу земного бытия человеческого, эти вот так называемые падшие ангелы, они почувствовали вот эти все прелести и удовольствия, когда они подстроились, а они могут метаморфозить в чувствах,
в физическом теле там, и так далее, да, в разуме своем принимать обличие, подражать как бы. Да, вот, а когда они почувствовали человеческую вот эту натуру, влезли как бы в кожу человека, да, то им это очень понравилось, потому что ну, необычное ощущение, естественно. Ну, а самое-то интересное, что человек-то смертен, и все эти необычные ощущения, он за них расплачивается смертью. А ангелы, они бессмертны. И понятное дело, что когда они попытались влазить в шкуру человека, они брали только плюсовое, да? То есть вот это вот приятное ощущение быть человеком. Ну, конечно, и вкусы все, как бы, да, вот разграничения есть, и разделения какие-то на мужчин и женщин, там, ну и так далее. Рождение детей, что ангелы вообще никогда не понимали, не представляли себе. Так вот, конечно же, познание вот этой новизны нового ангелов привлекло, и они не отказались возвращаться к Богу, познавая эту планету для сборки всего мироздания. Она была обозначена в свое время. Так вот, получается, ангелам это понравилось, и они стали чувствовать этот вкус человеческого тела, разума, души, переживаний там, и так далее. Но я еще раз подчеркиваю, они же бессмертны, и они, наслаждаясь человеческой плотью, да, состоянием человека, не испытывали главного – смерти, как это испытывает человек. А значит, вот все-таки вот глубина страданий человеческих, глубина старения, да, и так далее, она была непонятна ангелам. Но в любом случае они задержались на земле, вот эти падшие ангелы, и, естественно, значит, им это нравилось, да. А вот другие ангелы, которые не падшие, которые остались воинами, да, и верными воинами Бога, Господа Всевышнего, вот они, конечно же, остались в своем обличии там, на небесах. Ну, на небесах это условное понятие. Я сейчас не уполномочен объяснять, где именно находится Всевышний там и где находятся ангелы, его воины. Ну, представьте себе, что вот это вот в космосе, да, на околоземной орбите где-то неподалеку, и в состоянии таких энергетических полей, которые мы, земляне, не воспринимаем. Вот так вот просто вот легко я вам ответил на этот вопрос. Детали объяснять не буду, сейчас важно понять, что ангелы – это воины, понимаете? И еще раз подчеркиваю, они могут выглядеть как угодно, и шестикрылыми, и двенадцатикрылыми, я шучу, конечно, но по-разному, понимаете? Но еще раз подчеркиваю, что и без крыльев так же. То есть ангелы могут и без крыльев быть так же. И они, кстати, могут принимать образ не только человека, да, но и любого животного, и птички, и облачко, и дерево, ну, чего хотите. То есть ангелы – это сущность, да, и они могут метаморфозить, как удобно им. Но еще раз подчеркиваю, что они, конечно же, остались жить среди землян. Ну, вот такой вот короткий экскурс в сути состояния ангелов я сделал, отвечая на этот вопрос. Давайте послушаем следующий вопрос Рация. Бог создал человека по образу и подобию своему. Почему образу и подобию был создан ангел? Ну, как вы уже догадались, по крайней мере, должны немножечко так уже догадываться, что ангелы – это особое такое состояние, энергетический потенциал, что ли, я бы сказал, да? И, в общем-то, я бы сказал, даже энергетические потенциалы Бога, его среды непосредственной обитания. Хотя Господь, Он везде находится. Но вот что интересно, что не столько Господь, сколько Демиург везде находится. А Господь – это вот Всевышний, у которого есть своя среда, это ангелы там и так далее и тому подобное. Да? Вот. Но поскольку Демиург порождает Всевышнего Господа, да, то можно сказать, что они суть одно и то же. И поэтому Всевышний тоже умеет ощущать себя как присутствующего во всех точках Вселенной, да, во всех точках мироздания. Они как бы запарованы, да, с ним. И чем больше он развивается, тем больше он себя ощущает. То есть, да, Всевышний также познает мир, также развивается. Он творческая личность, да. Но вот еще раз говорю, что сам Всевышний – это
энергетический потенциал, то есть зеркало, да, демиурга, который создал его. А Всевышний создал своих воинов, это среда вокруг него, это вот такие вот поля, что ли, будем говорить так, да, разумные поля, которые могут принимать любую форму совершенно. И эти поля между друг другом общаются, и эти поля общаются с самим Всевышним. Всевышний тоже это определенное такое вот очень разумное поле, да, очень разумное поле, которое тоже может принимать любые обличия. И вот сейчас он на земле, да, в обличии человека. То есть получается, почему подобие? Конечно, по подобию Господа были созданы вот эти ангелы, да, но в прямом подобии. Получается, есть прямое подобие Господа, да, есть прямое подобие. Это вот энергетическое поле разумное, да, и вот эти ангелы тоже его принимают. А есть другое подобие. Всевышний принимает обличие человеческое. Человеческое обличие. И вот это обличие, по этому обличию были созданы все люди. Все люди на земле. Ну почему? Потому что Всевышний разумен, да? Он должен был подумать, как должен выглядеть человек, чтобы он мог жить и автономно существовать на планете Земля в данном случае. Поэтому он принял это обличие, самое идеальное, да? И потом по своему подобию создал уже людей. Будем говорить так, коротко и ясно, чтобы было. То есть получается, как бы два существуют подобия, да? Два подобия Всевышнего. Это ангелы, так называемые энергетические состояния, да? И это прямое подобие. И косвенное подобие, когда Господь Всевышний, Всеединый Бог, Творец, Он принял идеальную форму человека, так называемого, для того, чтобы эта идеальная форма могла существовать на планете Земля. И по своему подобию уже размножил нас, то есть Земля. Ну, это вот такой полусказочный ответ, что ли. Но в нем есть немалая толика абсолютной истины. Чем отличаются друг от друга ангелы, архангелы и ангелы-хранители? Ангел – это воин Бога. Воин Бога. Это энергетический потенциал. Это энергетический потенциал, который способен принимать определенные формы. А архангел – это должность ангела. То есть это вот как бы уже архангел, он может управлять определенным количеством ангелов. А есть еще серафим, мы, да, где еще большая высокая должность у ангела, да. Но надо знать еще вот что, что на земле люди к ангелу-хранителю относятся очень, я бы сказал, неправильно. В основном ангел-хранитель – это выдуманное людьми, выдуманное. То есть по подобию того, что существуют ангелы, и люди придумали, что вот существует еще ангел-хранитель. На самом деле, что такое ангел-хранитель? Ангел-хранитель – это определенный потенциал, живущий на небесах, так называемый. Да? Сейчас я поясню кое-что. Вот живет человек. У него есть определенные жизненные, да, какие-то навыки, опыт жизненный он приобретает. Потом он умирает. Он умирает, и все, что было не его, ну, типа язык, да, он же его как бы скопировал, язык, на котором он говорил на земле, или языки, которые он знал. Вот. Какие-то чувства не его, какие-то поступки, какие-то книги читал тоже не его и так далее, да. И вот все это распалось, осталось что-то неповторимое, сгусточек. И вот этот сгусточек, когда человек рождается дальше, разделяется на две части как бы. Одна часть разумная, то есть структура его жизни, то есть кармическая структура его жизни. А другая часть – это вот сам человек, он рождается мальчиком или девочкой на земле и начинает жить. А вот этот так называемый ангел-хранитель, часть разумная, на самом деле это как бы, я бы сказал, как бы часть кармы всеобщей, но которая материализована конкретно и следит за вот конкретным человеком. То есть она принадлежит ему, этому человеку. И вот получается, этот ангел-хранитель, так называемый, он следит за своим конкретным воплощением на земле. И лишнее человек не сможет ничего сделать. Он делает только то, что ангел-хранитель ему дозволяет по программе, которую должен отработать здесь, на земле человек.
Понимаете? И вот научиться держать связь с ангелом-хранителем, да, чтобы вот он вовремя, да, мог останавливать тебя, чтобы человек не мог совершить каких-то антикармических поступков. Это очень важный момент. То есть, получается, ангел-хранитель у кого-то более разумный, да, а у кого-то менее разумный. У кого-то более способен управлять процессами и материализовывать определенные события на Земле для человека своего, за которым он следит, а у кого-то меньше. Но это тот же самый человек, разделенный на две части, понимаете? То есть это вообще-то не ангел-хранитель, а это как бы кармическая основа, разумная в каком-то смысле, остающаяся там, ну будем говорить, на небесах, которая следит в качестве как бы индивидуального созерцателя за жизнью человека, который отрабатывает здесь свою жизнь кармическую. А кармическую структуру всех событий, цепочку их выстраивает вот эта вот верхняя карма. То есть есть карма всеобщая, да, божественный инструмент для всех на Земле, а это вот карма, которая формируется за счет жизни, всей продолжительности жизни человека на Земле. В какой-то вот жизни вот он живет, и формируется вот здесь, в карме, да, вся структура последующего рождения. И вот таким образом получается, структура рождения, это как бы вот структура кармическая. Для каждого человека она есть. И у кого-то она более разумная, у кого-то она менее разумная. У кого-то ангел-хранитель будет предупреждать, что не прыгай в окно, а у кого-то не предупредит, понимаете? То есть все зависит от того, как развивалась сущность, да, по своим воплощениям. Насколько она мудра была, насколько она древняя, то есть как давно рождена и развивается, ну и так далее и тому подобное. То есть получается, ангела-хранителя... Люди придумали, что это ангел. На самом деле это не ангел, конечно же. Ну, хотя на функцию ангела немножко похоже, но нет, это не ангел. Это все-таки кармическая основа, как бы твой индивидуальный, скорее, созерцатель твоей вот конкретной жизни здесь на Земле. Всеслав Маркович, скажите, пожалуйста, вступают ли ангелы в отношения друг с другом? Образуют ли семьи? Рожают ли детей? Да, конечно, как вы понимаете, ангелам все интересно. И вот в сегодняшние наши дни ангелы даже образуют семьи, да. Вот, они бессмертны, и они образуют семьи, и они могут изображать из себя и мужчин, и женщин, и даже меняться в потенциалах, да. Но, конечно, все это делается тайно, невидимо и так далее и тому подобное. Подражая ангелам, люди тоже пытаются менять пол, подражая ангелам, пытаются быть то голубыми, то зелеными, то фиолетовыми, вот, и жить мужчина с мужчиной, женщина с женщиной и так далее. То есть это, конечно, подражание ангелам, потому что ангелы, они же как сущность, оно, понимаете? Вот, поэтому, в общем-то, суть подражания человеку и человечеству, вот суть, почему ангелы так поступают, да, и даже создают свои семьи, и рождают себе подобных ангелов тоже, да, вот суть заключается в том, чтобы человечество приобщить к состоянию «оно», подготовить человечество к... Они еще не знают об этом, конечно, это великая задумка и тайна Всевышнего. Это я вам сейчас приоткрываю занавесочку и говорю об этом. Ну, сейчас они, конечно, уже знают, и, может, даже разулыбались и улыбаются давно уже. Но что поделаешь, иногда так вот получается, что пали они не по собственной воле, а по сценарию Всевышнего, по сценарию нашего Господа Единого. Так вот, они должны, конечно, сделать подражание, одержание для человечества, чтобы человечество тоже пришло, ну, хотя бы в своем сознании, в чувствах, в стремлениях вот к этому состоянию «оно». И мы сейчас наблюдаем это и в Европе, и во всем мире тенденции, там, родитель номер один, родитель номер два, то есть избавляется от состояния родителей, там, от того, чтобы вот мужчина и женщина не квалифицировался так, человек на мужчину и женщину не разделялся, вот, чтобы было все вот как бы единое, и возможности всевозможные для всех одинаковые, как для полов, там, детей там, и прочее. Ну, в общем, я сейчас не хочу все эти тонкости государственных представлений, да, рассматривать, какие есть и в Европе, и в России, там, и так далее, и сравнивать их тем паче не хочу, и не буду говорить, кто из них прав, кто виноват, не в этом сейчас дело, не об этом сейчас речь. Речь о том, что ангелы могут споровываться, да, но там вот единственное, что, да, они могут рождать себе подобных, но их дети
они тоже же ангел, да? А это как бы игра самих ангелов, которые как бы их породили. На самом деле они не могут так породить детей, и поэтому их дети как бы временное явление, и они потом, когда игра семьи, семейная игра заканчивается, ангел опять забирает свой потенциал, и дети их исчезают, да? Бесследно. Вот раз, и нету детей, да? Ну, иногда это в мире даже выглядит так, что вот пропал ребенок, да, пропал там человек там, и так далее. Иногда и так, потому что ангелы принимают наше, чисто наше человеческое обличие. Поэтому их семьи тоже возможны, дети тоже возможны, но дети временны. Пока ангелы существуют в паре, в семье, они поддерживают эту игру в детей, но они не могут отделить свои энергетические потенциалы, чтобы они отдельно развивались. Поэтому они могут только подражать человеку, но полностью не могут быть людьми. Ну, вот так бы я ответил на этот вопрос. Следующий вопрос рации послушаем. Может ли человек сделать что-нибудь для своего ангела-хранителя? Может ли человек что-то сделать для своего ангела-хранителя? Конечно, может. Прежде всего, нужно жить разумно, да? Чтобы по карме было, чтобы ты знал свои истоки, в которых родилась твоя сущность человека. У меня, кстати, такая есть работа по инкарнациям, которую вы можете всегда у меня заказать, и я эту сущность показываю, суть. И следовать ее развитию, то есть путь, твой путь к Богу, вот ты должен знать, в каком обличии ты должен явиться к Богу. Это вот раз, да? А во-вторых, естественно, что чем больше человек будет контактировать со своей разумной сущностью там наверху, с ангелом-хранителем так называемым, тем больше тот будет мудреть, понимаете? И сам человек будет более мудрый. Вот. Поэтому для своего человека, так называемого наверху, да, созерцателя, ангела-хранителя, можно многое сделать. Это прежде всего не мешать ему выполнять свои обязанности, чтобы он мог кармически руководить твоей жизнью. Вот это вот самое главное, естественно. И нарабатывать как можно больше осознанности. Если у человека есть, да, идеи, есть у него ориентир в жизни, который за пределами даже этой жизни, чему я учу своих соучеников, пожалуйста, приходите заниматься, научу и вас. А если у него все это есть, то, естественно, его ангел-хранитель только радуется, да? Только радуется. Потому что он получает новые перспективы. И он может за счет этого немножко корректировать даже расписание кармы для этой жизни, вот конкретной, в которой живет человек. То есть при помощи вот разумного подхода и объяснений, доказательств энергетических, человек может влиять на изменение кармических записей у этого своего ангела-хранителя. То есть он может ему вот помогать. Как однажды на занятии вы рассказывали, что ангел-хранитель у человека противоположного пола. Вы могли бы рассказать, почему это так? В этом мире, в котором мы живем, абсолютно все является бинерным. То есть плюс и минус, папа, мама и так далее, и тому подобное. То есть, если человек живет здесь на земле, допустим, в образе мужчины, то в образе мужчины он никак не может находиться и созерцающим себя, свою жизнь, да? То есть, в образе ангела-хранителя он не может тоже быть в образе мужчины, а обязательно в образе женщины будет, потому что бинерность, да? Мало того, что они разделились, вот, вверх и вниз, получается, но и ко всему прочему, у человека, живущего на земле, должны быть оба потенциала. И мужской, и женский, понимаете? Но у него воплощен мужской, значит, женская часть остается наверху. Это у всех так нарабатывается. Все же по подобию Господа развиваются, то есть стремятся к оно, да? Поэтому женская часть наверху остается. И если рождается, наоборот, женская часть, то мужская часть наверху остается. Ну, окрас идет мужской характер, мужские отслежки, мужские энергии. Да? Вот как это выглядит, почему именно так. Потому что, сами понимаете, если будет и вверху мужчина, и внизу мужчина, но это противоречит даже божественным законам и законам всего этого мироздания, потому что здесь все бинерно, абсолютно все бинерно. Два бинера, порождающие третье начало. Отец и мать порождают дитя, да, плюс и минус электрического тока порождают какую-то работу, ну и так далее, и тому подобное. Все в этом мире имеет цифровую, да, двуичную систему. Вот. Так что делайте для себя вот выводы, почему противоположного пола ангел-хранитель. В предыдущих передачах вы говорили о том, что мужчины и женщины были созданы для того, чтобы познать Бога.
Но вот если человек живет один, как ему быть в этой ситуации? Может ли человек вступить в контакт со своим ангелом, общаться с ним и достичь того же понимания Бога, что и с партнером противоположного пола? Есть ли возможность материализовать ангела? Ну, конечно же. В идеале человек – самодостаточная личность и сущность. Он стремится к этому. Ведь Господь, Он самодостаточен полностью, да? Он может совершенно жить в полном одиночестве, так называемом, да? В Божьем одиночестве. Но понимаете, какая здесь интересная вещь получается? Ведь Рассе спрашивает, можно ли материализовать так называемого ангела-хранителя, если ты здесь мужчина, а вот эта вот девица, девушка, да, здесь материализуется, и ты с ней начнешь чуть ли не совокупляться, жить вместе, да, и так далее. Я вам скажу, да, можно. В общем-то, можно. Вполне можно. Я не знаю, как насчет полного физического материализационного, да, момента, потому что вряд ли человек в это способен поверить. Но на энергетическом уровне, на астральном, да, это все реально. Но, сами понимаете, от этого вы не станете обладателем этого ангела-хранителя. Почему? Потому что эта девица, если вы мужчина здесь на земле, она, хоть и будет с вами общаться, она является вашим руководителем. И поэтому она будет общаться на уровне руководителя, на уровне хранителя, понимаете? Если наоборот, там мужчина, а вы здесь девушка, да, то женщина, то естественно, что этот мужчина, ваш ангел-хранитель, он будет с вами общаться на уровне руководителя. Ну, конечно, здесь у кого-то может какой-то еще вопрос возникнуть, ну, типа, а совокупляться с ангелом-хранителем можно или нет? Я понимаю чисто человеческую потребность, физиологическую потребность, здесь ничего нет кощунственного, это нормальное явление. Я вам скажу, да, конечно, можно. Но опять, это же надо, представляете, огромное количество медитаций, да, иметь особых медитаций, интегральные медитации, так называемые, которые я даже еще пока не преподавал, но намечаю преподавать. Никто еще на Земле не знает, что это такое и как это будет выглядеть. Знаю я, и я постараюсь в скором времени это выдать на гора для моих соучеников. Так вот, интегральная медитация, да, и так далее. То есть все это может привести к контакту с ангелом-хранителем, и, естественно, все эти ощущения могут возникнуть. Они могут возникнуть во сне, они могут возникнуть при выходе в астрал, высший астрал в основном, да. И, может быть, даже и на физическом уровне, но такое вот метаморфозное, да, блики, что ли, да, вот что-то вроде этого. И ощущения, конечно же. Опять, сразу наперед говорю, детей никаких у вас не будет от ангела-хранителя. Или наоборот, вы не родите, да, детей ангелу-хранителю. То есть вы можете, конечно, с ним жить и развиваться, но не забывайте, главная его задача – это руководить вашей жизнью. Вот. Он, конечно, знает время вашей смерти, как вы умрете там, и так далее. И при хорошем контакте он все может объяснить, вашу продолжительность жизни там, и так далее. Но все-таки вопрос, нужно ли с ним общаться, к хорошему это приведет или к плохому. Ну, вы услышали сами, если вам нравится все знать наперед, но ради Бога, можете стремиться к нему и найти с ним способ контактировать с ангелом-хранителем вашим. Если вас это не интересует, и вы самодостаточная личность, развивающаяся здесь на физическом уровне, да ради Бога. Ну тогда просто помните, что есть ангел-хранитель, и помогайте ему, да, правильно прислушайтесь к его посылам энергетическим здесь на Земле, помогайте ему правильно развиваться. Вы говорили о том, что Светоносный был ангелом. Как случилось, что дьяволы изображают с рогами и копытами? Я думаю, что это абсолютно уже и не тайна должна быть. Все, что негативное, люди стараются это изображать по-своему, да? Как? Ну вот именно вот так вот. Ну негативно там. Какие-то копыта, какая-то шерсть, какие-то звериные морды, да? Похожие на непонятно кого. На какие-то абракадабр страшных. То есть это чисто человеческая фантазия. Конечно, не исключено, что сами
сами вот ангелы, да, которые способны принимать, падшие ангелы, имеется в виду, в том числе и светоносные, которые способны принимать любые обличия, конечно, могли и попугать людей, как бы представляться в этих образах. И, скорее всего, так и было, что люди стали уже понимать, что это вот демон, то есть дьявол, да, это дьявол, он парнокопытный, ну и так далее, и тому подобное. То есть, короче говоря, скорее всего, конечно, дьявол, то есть светоносные ангелы, его падшие воины, ангелы Божии, бывшие, они представлялись так для людей. Представлялись так для людей. Ну и, в общем-то, я вам скажу, что плохо это или хорошо, ну, трудно ответить, потому что интеграл должен быть всегда светоносный, да, вот дьявол, он хотел отделиться от Бога, и этим самым он показывал, что я вот внизу, да, вот, вот я, вот он, видите, парнокопытный. На самом деле, как бы он ни изощрялся, как бы он ни принимал какие бы вот ни было формы, все равно он остается ангелом. Даже если он падший, все равно он божественная сущность. Поэтому тут никуда ему не деться. И он выполняет то, что сконструировал для него Господь. Он выполняет его тайное задание, будем говорить так. То есть дьяволу даже неведомо было, что все эти годы, все это время находясь на земле, со своими воинами, он делал то, что требовалось Всевышнему для его прихода на землю. Почему в кинематографе и литературе, когда речь идет о дьяволе, используется большое количество насекомых, хотя насекомые были созданы Богом? Дьявол и его воины, то есть светоносные и падшие ангелы, они, ну, как бы иногда могли нападать на поля там людские, ну, устрашать людей, да, чтобы управлять ими энергетически. Поэтому они могли принимать образ саранчи, может, они создали этот образ, понимаете, тараканов каких-то, пауков, там еще чего-то. Поэтому, в общем-то, в кинематографе это, когда вот изображают то, что вот сейчас, о чем говорит Россия, изображают нечистую силу, так называемую, в форме вот каких-то насекомых, то, в общем-то, изображают правильно, потому что по ходу пьесы и сценария истории, да, земной человеческой, я так полагаю, что не раз светоносцы со своими, да, воинами принимали обличия всевозможных вот таких вот нашествий каких-то, да, чтобы управлять человечеством. Ну, там война начинается, саранча много появилось там или что-то еще, да? То есть для того, чтобы ввести энергетические поля в людей и зачать войну там или еще что-то, да? Вот, поэтому, в общем-то, я так понимаю, в каком-то смысле кинематограф прав. Также из кинематографа и литературы можно узнать о существовании демонов. Вы могли бы рассказать, откуда они появились, какую роль играют и вообще существуют ли они? Что такое, кто такие демоны? Демоны – это сущности, олицетворяющие собой эгрегор, эгрегоры. Ну, то есть, вот, допустим, скажем, демон власти королей, да? Вот демон власти королей. И он только накопил себе всю историю власти королей, то есть, или правителей каких-то. Да? Или там демон сексуальный, да? Или демон там, страха детского. Все дети боятся вот именно потому, что это демон есть, понимаете? Или демон, допустим, денежного эгрегора нефтяников. Да? Да, даже такое есть. То есть демон – это сущность, олицетворяющая собой любой вид и род эгрегора. И получается, эгрегор, он как разумное существо может принимать разные обличия. Если это добрый демон, добрые какие-то формы, да. Если это злой демон, да, будут злые какие-то формы. И поэтому человек может попасть под влияние какого-то демона, который произведет одержание, то есть войдет в этого человека, и через этого человека будет гнать свою энергию эгрегора, вот этого отрицательного, гадостного какого-то. И человек будет всю жизнь мучиться и работать на этот эгрегор, на этого демона. Или наоборот, добрый демон, который будет помогать человеку, внедряется в него, и у него, допустим, не было возможности родить сына, и вдруг сын порождается, понимаете? То есть вот очень много таких интересных вещей. Получается, демоны есть, да, они невидимы совершенно, да, это энергетические потенциалы, но они могут принимать обличие. И они, ну, вот
что-то вроде как вот между Богом и людьми, понимаете? То есть вот Бог отгородился, как бы не то, что отгородился, а как бы вот отслоил себя от человечества при помощи инструмента карма, да? А карма, она обязательно функционирует и взаимосвязана с демонами, то есть с эгрегорами. Потому что через структуру эгрегоров идут уже и долги образуются какие-то человека перед человеком, или наоборот, отдача долгов. Ну, любые виды и роды отношений развиваются только через эгрегоры. Поэтому эгрегоры – это и есть демоны. Вот есть, допустим, демон сердца человеческого, да, органа, есть демон печени, да, есть демон крови там, человеческой и так далее. То есть очень много разных демонов, понимаете? И понятное дело, что люди не знают их все абсолютно. В 29-й передаче вы говорили о том, что когда-то на Земле существовала только одна национальность. И когда Светоносный остался на Земле, он разделил людей на разные национальности. Вы могли бы объяснить, как ему удалось создать столь разных людей по внешности? Ну, сами понимаете, что и светоносный – это энергетический потенциал, да, оно. И ангелы, и его воины тоже – это энергетические потенциалы. И они могут принимать любые формы совершенно. И поэтому, когда они принимали какую-то форму и совокуплялись с какой-то женщиной, то она подобную форму и порождала потом. Но это было специально задумано, чтобы расселить разные вот по формам, да, по народностям разные формы жизни на Земле. То есть вот желтая раса, так называемая, да, есть европейская раса, есть чернокожая раса, да, ну и так далее и тому подобное. То есть получается, это сделано дьяволом и его воинами. Они могли принимать любые формы, и поэтому в каких формах они совокуплялись с женщинами земными, те такие формы и порождали. Однажды в литературе по йоге я прочитал, что каждый ангел мечтает стать человеком. Правда ли это? Ну, в общем-то, в самом начале этой передачи я говорил об этом, что, конечно же, ангелы поэтому и задержались на земле, поэтому и конфликт с Господом и произошел, что им понравилось быть людьми. И, конечно же, каждый ангел мечтает быть человеком. На самом деле он не может им стать, вы понимаете, да? Но не может, потому что он бессмертный. Это сущность, часть среды Бога. Но мечта это есть в каждом ангеле. Стать бы вот, смертным и полностью по-настоящему ощутить человека в себе, чтобы стареть можно было и умереть тоже. Понимаете? И вот этого он не может ощутить. Он, конечно, может все прелести человеческого тела понимать и чувствовать, но вот так, как человек, стареть и умирать он не может. Поэтому, естественно, такая мечта заоблачная и несбыточная есть у каждого ангела. Может ли человек стать ангелом, а ангел человеком? Человек ангелом стать, ну, никак не может, вы понимаете. Ну, никак. То есть, что человек ангелом не может стать, что ангел человеком, ну, это абсолютно разные потенциалы, этого быть не может. Но человек может идти по пути к Богу, развиваясь, и стать частью Бога. То есть на уровне Бога. И вот там он, конечно же, будет не ангелом, а частью Бога. Практически станет божественным. Можно даже условно сказать, что станет Богом. Частью Его. Вот это да. Но ангелом стать он не сможет, и ангел человеком не сможет стать. Это только мечты. Может ли человек стать демоном или демон человеком? Я вам скажу, конечно же, нет. Потому что человек, это потенциал, да, который развивается и идет к Богу. А демон – это обличие эгрегора, это эгрегор, который состоит из множества людей, из множества движений, разных событий, там, предметов и животных, и чего угодно, понимаете? Даже божественных линий энергии, дьявольских, каких угодно. Поэтому это разные совершенно потенциалы, разные совершенно структуры, понимаете? Поэтому демон – это условная личность, сущность, а человек – это конкретная личность по подобию Бога. Вот поэтому, в общем-то, здесь
Однозначный ответ, да, конечно же нет. Демон не может стать человеком, а человек не может стать демоном. Потому что это разные совершенно энергетические начала. Спасибо, Всеслав Маркович. Наша передача подошла к концу. Я благодарю моего соученика Рация Татариса за его интересные, я считаю, вопросы по ангелам и демонам. И я надеюсь, что эта тема хоть краешком каким-то, да, но стала понятна и вам, уважаемые телезрители. Надеюсь, что информация, которую я приоткрыл для вас сегодня в этой передаче, вам будет полезна для вашего развития. Ну и напоминаю вам, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал на YouTube, NEFS TV. Таким образом вы будете первыми узнавать о выходе новых передач. И спешу сообщить, что у нас новая система, структура передач появилась. Это «Энергобеседка». Первый выпуск вы уже можете посмотреть на нашем канале. Она называется «Молодость». Там Рася Татарис и Велиний ведут беседу. Можете к ним подключаться тоже, договариваться с ними, да, и тоже в этих выпусках появляться в эфире нашего ТВ-канала. Ну что ж, мне остается с вами попрощаться, уважаемые телезрители. Мира и добра вам, удачи и осознания себя.